Така, дука. Все? Кому еще из ПД-фласки не дали? Обмен везде быстрее. Из РТД. Всего один саппорта взяли. Ну ладно. Ну потом на нубе, блядь, будут свои письма. Блядь, что-то башка бать. Хавать. Вон около шкаф не выстрел. Так, мрачный лорд, заберешь на себя кислотную. Ну и там около креста ее танчишь, как обычно. Рыбоцыпа, а ты в Элиме на дальнейших боссах будешь шамань. Ну, в хиле, короче. Кроме Джары, ой, этого, блядь, кроме чемпо... Короче, кроме этого босса, на этом боссе в Элиме, на Джаре в Аршаме, на чемпах в Элиме, на Вальках в Аршаме спекнешься, и на Нубе в Аршаме. Короче, кроме двух боссов. Так, станем по типам, как обычно. Пятая пати на червях в печеньку станет, четвертая пати ромб, третья пати полумесяц. Остальное слушайте, буду озвучивать. На первом этом. На первом Минотавре смотрите, рейндж держите на друг друга, чтобы вдвоем не бегали с одной лупы. Так немного не лутайте, отходите, сразу выходите в службу. Так, будет с Ридом, все. Давайте полбаф, масло, камни возьмите лобские, он стоят. Причина полбаф, поехали. Зируан, ты тут? Зируан, блин. У меня десятка. Извиняюсь. Очень извиняюсь. Так, Локи, не забывайте пета где-нибудь там оставлять свои сбоку. Батя, почему ты с собакой? Ты в Африке, что ли? А, ты в Африке, понял. Я первым начну там, на четвертом, пятом стаке Диме заберешь. Вместо второй, третьего поставь паладин. Ауры, у кого огонь еще стоит? Не умирающий, у тебя огонь? У Войда. У Войда. Колба полетел, колба в центр полетела. Батя сбежал. Колба еще. Рыбацы по печке. Колба еще одна хоть далеко полетела. Колба. Эмралить. Прохил, умирающий себя подойдет. Полма, хаос, биполярка. Нет.
Давай, Вольт, Боб Фридом по мрачному. Колба, Руфи. По сноубольным активам не сыграйте, дайте больше урон. Сноуболь до этого целого залили быстрее, потом после него. Блять, что ты с сноубольдом там стоишь, людишка, блять? Сноубольд убейте быстрее, я иду по сторонам. Вагон, блять. Нахуй вы мне бомб дали? 3, 2, 1. Где вы дали пул ДПС по кислоту? По меткам станете там? По меткам стали своим, ровно в метку. Кто где должен стоять? На лайсбан. Резон еще раз наложил. До мрачного не достал. Ладно, сейчас подойду не брать. Первая пати, идите кислотную добивайте, остальные все по жутко играют. Разошлись, РДД набрали раньше здесь метод. Быстрее все рассосались заранее. Мрачный, готовься из мауна. Смотри, заряди, зарядный, чтобы. Разошлись, набрали раньше, быстрее. Давай прямо сейчас из банк. Людишка, просил. Все, нормально. Добивайте кислотник быстрее, перевопатик. Разбежались еще раз. А, нормально, нормально, нормально. Мрачного просильте. Добейте, ну, кислот. Пожалуйста, это уже. Мрачного заморозило. Ну, похрен, ничего страшного. Бейте это. Я почти альянс отведу, по-моему, удобнее было. Сейчас лучше будет. Выбери лимитер уже аккуратно. Служба груз номер, да? Ну ладно, правда. Дай прямо сейчас мана огонь, но мне еще дебаф 5 секунд. Встаньте все под ебало. Ну ладно, похуй. Встаньте все под ебало. РДД чуть-чуть дальше, метров 7, чтоб вас нет. Но милики под ебало. Под ебало сейчас откинет и потом задует. Разбегаемся все. Рез быстрее. Убежали быстрее. Дам лужу еще. Подва. Ушли, ушли. Пол ДПС пинос. РДД метров 7-8 от босса. Остальные чуть поближе станьте. Милики желательно уприте, если по 20 стен выкинул. Чуть коридор могли дать. Сейчас я немножко его отведу, чтобы мелики уже побили. Прием. Крест, крест, бежались быстрее. Блин, долго бежите. Отбежали от неумирающего. Сцебист вправо смотри. Повоз ЛПС. Побежали, побежали к боссу быстрее, ближе, ближе к боссу. Угу, нормально. Крест, быстрее все в крест. Если есть кто-нибудь или в бездну, можете лужу под себя кинуть. Под пантерки убежали все. Она прямо... Он в череп стоит, ближе к щиту. Это шлет он. Все, по боссу играем, добиваем.
уже пукнул. Трофей сразу будет пролить, чтобы место не занимал. Давай быстрее только мясо. Чтоб мы не стояли потом не ждали. Не шален только нам. Ну окей. Фри 50 голд и шален, да? Ладно, идите тогда покурите по-быстрому. Только давайте потом без АФК, блядь, по-быстрому пройдем и съемем. Пока он там релогается. Пять, четыре, три, два. Ну что там твоя мать, я тут? Готов? Да, сейчас. Людишка, заходи. У нас никто. А, у нас мрачный умирал. На рыбу поедем. Эма на огонь, дайте холипалу, пожалуйста, я сам сейф. На красавок поставьте. И вместо льна, не знаю, броню ебанит. Профит не будет. Лед бесполезный. Арчина по лобах.
Поставь лок еще эти огурцы, пускай все возьму. Что-то я еще хотел. Так, не забывай метку прохиливать. Ну, этот. И стаки пуржите. Мы стримага. Старайтесь пуржить сами быстрее, чтобы вам ДПС набылся. Да, чувствую, какой-то хил умрет, когда будет хилить те вот метки, как это в жопе стоят. И врата свечитесь все, потому что в пизду, чтобы одна баба выходила, чтобы мы на нее акцент особо не делали. Все нормально стоят, я тут всех достаю, холипал, у меня в центре стоят. Когда я закончу, появится грозный демон. Блять, вообще, типа, станьте здесь... Да всех достаю, всех нормально. И станьте, блять, как его... Станьте вообще, блять, по кемпу по два человека в одном кемпу, и все, и в рот его ебать, похуй, типа. Ну, это я РДД говорю. Не обязательно, блять, расходиться по всей комнате. По два человека в один кемп встали, и все. И разошлись там по 11 метров. Чтоб молния не хуярила. Чудеса ладики, ебало ему уже залез. Ну, кроме Милика, соответственно. Милики там похуй. Эх, а так хотелось. Блять, мистануло нахуй. Ладно, похуй. Врата свечками здесь поговорили быстрее. Видим, доля себя прохи. Да, я стану по вратам. Ю-ю побежал. Угу. Ладно. По бабам больше уе, дайте как там сделать. Ставки снимайте, маги быстрее. Матч просто. Босс убить, кулак от побежал. Великий, пошли инферналов уже бить. Пошли, пошли, пошли вулкан бить быстрее. Давай, балк. Жми эман огонь. Эман огонь, жми быстрее. Угу. Вот этого первого бить, который мы лежим в звезду. Быстрее убили кальдема. Звезду, блять, играйте всех. Чего вы там разных бьете, блять? И метки специально ставлены. Последнего добивать. Ты ебанись нахуй, 4 мисса уже, блять. На красный. Амораль смахнул. Стаки сняли, маги, быстрее. Аморалити покинул. Ой, аморалити, точнее, выбежал. Аморалити, далеко убегаешь от хила? Нормально. Кумакета прохилить? Нет. Ворота отсвечивали, залили быстрее. Ой, сейчас дашь стан, когда скажу. Давай стан по воротам. Угу. Блять, маги, уберите это кольцо льда, вонючее свое с ротацией, блять. Сука, только попробуйте, блять, на нубе въебать по скоробьям это кольцо льда. Пидоры, блять. Печка побежала. Пиздец, пятый минус, нахуй. Блин. Пора входить в клуб Борланда, да? Да 9% типа хита, блять, так дохуя. Ну типа вообще 17, конечно, но, блять, 17 хита собирать. Нет, блять, я не знаю, там дауном быть. По вулкану поехали, все свечнулись быстрее. Вулкан свечнулись.
Не будем, Гера, давай. Айсбаун дал. Блядь, а бабу не добили, но. Клево. Дай ману огонь. Дал эту. Звезду убили быстрее. Еще больше набивать. Или еще прохил. Филит раз побежал. Убил полярку, прохил. Где гребаные топоры? Где я на ДЦ в этом рейде? Ну ты получается откисаешь, я так понимаю. Что это? Где шмотки выпали, которые нужны? Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Отойдите, к щиту орды вызывайте. Турнир продолжается. Рит, раздай, пожалуйста, всем зелье на броню. Войт, забери ауру на эту, на броньку. ГБ дайте кто-то. Да, поставил. Поставил всем. Освободи броню. Мне тоже можете покидать, у меня там троха осталось. Но... Ну, тоже пора знать. Это я по три буду давать сразу же. На запас. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу. Печеньки и... Везде, блин, давайте. Все, окей. Батя, ты дай СС по инфе. Печка. По мне дай СС. Так. Блять, как они хуёво стоят на самом деле, это пиздец. Ну. Ладно. Сыграйте, наверное, в этот раз по ханту первого. Потому что он стоит ближе всех. Удобнее его будет бить. Потом ромб, потом печеньку. Ну и в конце своего по контролам. Лаки собак-то вызывайте. Рит. Так, короче. Ватсон, шипаешь мага, звезду. Рит, продлеваешь хиксон. Потом инфи, циклонишь мага. После этого всего блядства. Дальше. Печка. Твоя печенька. Аморалити хиксуешь потом. Пантерка клонишь. По рамбу Яша первый, даже дизарм. Бриспер второй. Войд потом, после этого всего дашь этот ход свой. По какому? По кому? По рамбу? Да. Ну, блядь, первый таргет будете вливаться.
Ю, будешь первый, не, мрачный лорд, будешь первый гриппать, потом ко мне пойдешь. Ю, второй, что я, третий. Загриппать ханта сюда, к себе. Начинать будете где-то там, да, в кресте, примерно в центре пойдет. За платформу старайтесь не уходить, играйте от гриппов. Ну вот за деревянную эту мину. Потом дальше, что у нас сова осталась? Сова, блядь. Филинтрас. Ты клонишь сову. Стебис, хочешь, ебанешь ей еще. Только дот не навешивайте на эту хуйню. Ой, не хочешь, а этот. Репу, короче, даже. Ну, покаяние. Пусть циклона. И обновляй, смотри там. Плюс потом доля хиксанешь сову. Это же вроде гуманоид должен сумануть этот хиксануться. Все тут контрол попадает. По гриппам я уже только что сказал. Мрачный лорд первый, Юю второй и ты третий. Так, потом, если милики пойдут в рейд. Милики пойдут в рейд. Юю, твой будет рога. Азерона, заберешь на себя вара. Ну, он гриппишь там и так далее. Мрачный со мной. Не, мрачный будешь ДК. Я кому-нибудь косты там похикаю, посмотрим, короче. Это, надеюсь, этого не будет. Главное, смотрите, сдавайте контролы по этой хуйне. Маги свободные, кто у нас там остался. X-Time и Людишка. Людишка пошипаешь паладина. Вот тебе метка отдельная. Череп. X-Time пошипаешь шамана. Вот тебе квадратик. Все. Когда скажу, дашь этот ЭМА на броню. Тебе тотем не надо? Поставь на тотем сейчас. Вот сюда вот. Да, я понял, куда сейчас. И смотрите, блядь, не тупо ФК бейте, а контрольте, блядь. И смотрите, если на вас, блядь, моб бежит, блядь, хант обновляй каток, во-первых. Во-вторых, ну, дай приход. Маги. Маги сбивайте тоже косты. Вот, те маги свои там. Можете локу там, магу закрыть каст. Геру даете там максимально бурсты сливаете в ромб. Смотри, пуржите максимально тоже, чтобы хуйни не было. Чё отдаем? 5, 4, 3, 2, 1. Давай, ЭМА. Жмите зелье, поехали. Дальше отойдите. Все. Блядь, ДК побежал, сука. Мисс был. Следующий, кто там, идите тени. Тени там там. Вот меня ДК, блядь, убежал. Людишка, блядь, вот ты уже умудрился сдохнуть, нахуй. Пиздец, блядь. Ясно, пацаны, нахуй. Дизармы заебись дали, все остальное тоже. Бабл, нажми, не умираешь. Пиздец, вот нахуй пульнули, ебать вас. Ясно, короче. Молодцы, ребята. Я вас понял, нахуй. Падайте. Ой, блядь. Вы там грипнуть не смогли, ханта, или что, троем? Ладно, я вам сейчас объясню, как это по-другому еще делается. Там от меня поздно грип. Ну, я понял, короче, что вы АФК, нахуй. Я вам сейчас объясню по-другому, как это делается, нахуй. Вообще без гриппа можно это сделать, нахуй. Раз вы, блядь, не можете с ним справиться. Пиздец. Короче, блядь. Вот, к примеру, блядь. Печка, Синсонг. Ты такой, короче, вот запулились. Видишь, что на мне пошли милики. Ты такой на чили, хуяк, подходишь на рейндж, допустим, по таргету, по которому первому играем. Ёбнул там по нему какой-то спел. Может, даже не ёбнул. Они сразу побегут на вас. Они вот добегут где-то вот до сюда вот. Ну, соответственно, вы стоите в кресте, блядь, около этих дверей, блядь, к стене. Он добежит на этот моб, на рейндж каста, чтобы по кому-нибудь кастить.
У вас 3 гриппа есть, на. Сможете грипнуть. Я надеюсь, вы справитесь. Не умирай еще. Ты стоишь максимально, блядь, в стене. Чтобы... Я понимаю, тебя я эта хуйня знаю, не побежала. Смотри, и... Сори, перебью. Если мобы и... идут близко-близко стороны, от центра близко к нам, они 100% агрятся. Я стою на макс ранжа частицы и... Сальву, сальву по себе еще скинь, пожалуйста, когда меня будешь хилить. Сейчас я сами призываю. Подожди, ты как пример это говорил или мне это сделать нужно? Не, это ты сейчас сделаешь, раз ДКшники, блядь, не могут грифнуть. Окей. Вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... Ну что в духе? ...вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было пророком того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так же по хамту сыграете, только сейчас совы нету. Дерево подконтроливаете, там, не знаю, баном можно. Милики так же держите. Не, стоп. Зерона, твой будет паладин, если что, если пойдет в лохня. Ю-ю, твой рок. Мрачный лорд ДК, я... Будем играть, ну, наверное, по магу, да, он сейчас удобнее всего стоит. Мага первым, там дальше посмотрим, что будет. Ханта контролить. Кто мага контролил, контролить ханта. Мрачный лорд, уйди, пожалуйста, ко всем. Спасибо. Можно фулбафа инту? Там инту давали, так что на холипане не было. Че на полома? Хомержайка. Хомержайка, не забывай по КД каток. По РДД я похую, чтоб они тоже все замеляли. Все, отчет даю. Встаньте подальше, ближе. Пейте зелье, давай ману броню. Поехали. Блять, что за хуйня нахуй? Ясно. Забирайте, короче, ДКшники своих таргетов. Играйте по магу, дайте керу. Рано вышли. Ой, блять. Еще и умер. Ладно, я потом в первом рейде когда-нибудь покажу вам, как это делать правильно. Ребят, что за цирк нахуй? Ну вы, сука, реально, ну пиздец нахуй. Нахуя я, блядь, только что вот это вот все говорил, время тратил нахуй. Если вы, блядь, ну не понимаете вообще, что происходит. Короче, ты понимал, на зул запрыгнул блинком или вообще, ну я не знаю. В итоге пытаешься бить, пишет мне поле зрения, что он в решетке. Да при чем здесь это, блядь? Вы не дали мне, сука, забрать даже милишников, вы просто, сука, нахуй. Кто-то вышел, я так понимаю, Сенсон, ты на печке, блядь. И не все, блядь, на тебя. Не спеши, блядь. Сначала милики должны подойти ко мне. Только потом ты, блядь, вот это делаешь, проворачиваешь эту хуйню. Ну что это за хуйня, блядь? Пиздец просто, нахуй. На каком, блядь, как вам нахуй по-другому это объяснить? Что за хуйня, нахуй? Такой позор ебаный, нахуй, кринж, блядь. Вайпаться, нахуй, на этой хуйне, блядь. Тут стенку на стенку можно идти, блядь, если нахуй нажимать кнопки, нахуй. Заебись, мне еще, наверное, выкинула ошибка, блядь.
Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Люди, не стойте, пожалуйста, вот тут вот, далеко. Когда запрыгнул маг, его бить было невозможно. Стойте именно вот тут. Короче, у бетона, а не у решетки. У меня, блядь, ух, умер, мне кажется. Когда заходил Линз, да? Угу. Сирус, блядь. Не у меня одно, так понимаешь? Меня тоже выкинул. Я на прошлом поле, короче, умер. Хорош, Сирус, хорош. Это моя рабочая еда. Сверху вернуться, там нажми. Нажми вернуться. Вернуться на кладбище, это и. Ну, мрачного есть вроде, да? Почему нет? Я что-то не думаю, что это, блядь, проблемы не игроков в основном, а проблемы Сируса, нахуй. Не заходите в рейд. Давайте, рыбу хавайте, фулбаф быстрее. Мне также сделай, потом выйти забрать. Как на тебе будут. И докажники сами. Да, 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 да. Там не. Там, блять, вон тебе просто, знаешь, что сделать? Подходишь, ебать, ну, портал можешь оставить. Подошел вот примерно. Вот до сюда вот. Они на тебя уже должны сагриться. По идее, ну, типа, иногда ты можешь каздать, иногда даже не приходится. Ты примерно до этого места доходишь, на тебя. Бегут. Портал нажимаешь, он, соответственно, бегут сюда. Там под гриппы выйти играете. И контролить, соответственно, эти таргеты, по которым играем. Первый сейчас будем играть звезду. Брейнлакс, я просто что-то. Потом печеньку, скорее всего. Потом ромб в конце. Поставь мне сюда, с правой стороны теперь. Умираешь, иди там. Поменяй батю. Бать, лок поменяй, потому что я хуй знает. У меня лаги, блять, в этом ИВК не отпускают, нахуй. Ну давайте поменяем вопрос. Когда я и так допирался в лаги. Ой, блядь. Ну давай попробуем, ну просто от меня там... О, дед, у меня вопрос. А вы колок даете по шаманам или нет? Ну бери биполярки. Бери. Паладина? Ну, бля, спасибо. У цибиста стоит. Не читалось из популярки. Бери. Ребят, соберитесь, ну, блядь, камон, нахуй. Блядь, рейд на 50 минут, нахуй. Сидеть вайпаться, ну, это пиздец. Дайте шкаф сманить.